Сегодня в Женеве, в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения, российские специалисты представят вакцину от лихорадки Эбола. Работа над препаратом была завершена в январе. Согласно исследованиям, его эффективность выше, чем у западных аналогов. И после того, как российский препарат получит мировой патент, его смогут применять массово. Напомним, последняя вспышка Эболы, которая произошла в прошлом году в Африке, унесла более 11 тысяч жизней.